после возвращения в Москву? Ну, я думаю, что более-менее удачный. В принципе, я доволен своей игрой и игрой команды. Единственное, что нужно было выиграть, удержать счет, что у нас не получилось. А так, я думаю, что все в порядке, и я верю в команду, и думаю, что все будет хорошо у нас. Ты понимал, что на первой игре будет к тебе пристальное внимание со стороны болельщиков? Ну, я думал об этом, но старался больше думать об игре, чтобы выиграла команда. На льду об этом не думаешь, стараешься больше думать об игре. Какие-то персональные болельщики были сегодня на игре у тебя? Да, конечно. Была моя жена, папа, мама и бабушка. Очень болели за меня. Ну, не удалось выиграть. Очень обидно. Какие-то особые эмоции вот, по возвращению все-таки в город? Ну, да, я очень рад своему возвращению домой. И мне всегда очень нравилось играть дома. И я очень счастлив, что вернулся в родную команду. И очень хочу помогать.